Даша, Раша. Сегодня мы делаем желе, как мисс Кейти. Да, папа? Да, я думаю, лучше. Давай. И вот папа так делал долго дела, что уже на улице я в пижаме. Ну все, делаем. Делаем. И вот мы будем... Так, уже скрываю. Подожди. Он как сахар. Это желатин. Смотри, желе можно приготовить либо из желатина, либо из готовых уже вот таких вот желейных порошков. Чтобы приготовить, нужно в горячую воду всыпать вот такой вот порошок. Это только не пробуй. Или такой. Да, давай делаем вишневый, апельсиновый и апельсиновый. Нет, это не апельсиновый, или какой-то из них лимонный. Папа забыл какой. Да, подожди. Не это, вот это, сыпь какой-нибудь из этих. Я буду мешать. Давай. Красный. Красная получилась. Классная. Давай следующая. И вот мы какой-то высыпаем. Давай следующая. А, я понял, как нужно нам узнать. Если оно оранжевое, значит апельсиновое. Если желтое. Давай. Желтое. Желтое? Лимон. Это апельсин. Это лимон. Лимон? Ну давай, будет лимон. Видишь, желтый. Производитель ошибся, написал на лимоном желе апельсин. Так, и третье у нас желе. Оно, наверное, тоже. Апельсин. Опять апельсин. Давай сыпем. Это не апельсин, это не это. Все. Это уже апельсин. Все. Сейчас мы хорошо перемешаем, и нужно будет это убрать в холодное место. И через 2 часа будет готово желе. Сейчас этим займемся. И вот мы решили присыпать. У нас такая присыпка. Есть листочки, шарики, кругляшки, палочки. И опять листочки, шарики, палочки. И вот мы сыпаем уже. Да, все. Все посыпали. И вот мы присыпаем второе желе. Сюда пойдут у нас палочки. А сюда? Наверное, звездочки. Котик. А сюда шарики. Вот такое получилось желе. Сейчас уберем в холодильник и посмотрим, что будет, когда желе застынет. Вкусно, да? Также мы решили сделать желе из обычного желатина. Посмотрим, какое желе вкуснее. Домашнее или магазинное. Давай, высыпай. Высыпаем просто в холодную воду. Желатин настоится. Завтра добавим туда варенье. Доведем до кипения и уберем в холодильник. Все. Вкусный желатин? Нет. Ставь лайк, подписывайся на канал. А завтра будет следующая серия. И мы посмотрим с ним на Даш-Раш, как у нас получилось то желе. Пока-пока!